Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд, австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона «Труд», Новодвинск, магазин «Меркурий». 24 по 30 апреля все для дома и красоты в одном месте. Универсальная выставка российских товаров. Посуда высокого качества, постельное белье из 100% хлопка, натуральная косметика. Улица Космонавтов, 178. Всем привет! Это прогноз погоды на телеканале ПС. Ветер и снег, и солнца почти не видать. Нету весны настроения. Наша задача его и поднять. Не знаю, как вы, а от меня будет песня. И о погоде в Архангельской области на 24 апреля, четверг. В Котласе пасмурно, дождь, ветер сильный и плюс 3 на термометре. Кстати, вечером возможен снег. В городе Плесецке сегодня также вечером снег, днем дождь, пасмурно и температура воздуха плюс 3. В Вельске снега нет, но дождливо и ветрено. Днем воздух прогреется до плюс 5. И о погоде в Архангельске. Напоминаю, что сегодня 24 число, четверг. Ну что ж, утром в нашем северном городе все логично. Где север, там и снег. На небе пасмурно, сильный ветер и температура воздуха плюс 2. Днем дождь, ведь как-никак весна, ветер умеренный, плюс 3 на термометрах. Вечером продолжит идти дождь, ветер также умеренный, а вот температура опустится на 1 градус. В итоге температура вечером плюс 1. Ну и что ж, песня. Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей. Тихо запер я двери, и один без гостей. Пью за здравие Мэри. Ну что ж, до встречи на телеканале ПС.